рыбалку. Сидим на второй косе на яграх. Тут четыре. Это Сергей Николаевич. Есть у меня. Процесс у нас уже пошел. Обломило сегодня все. Да. Так его вот зря там посадили. Время 8:07. Суббота. О-о-о. Онлайн. Работа у меня пошла. Ой-ой-ой, ребята, хорошие. Есть контакт. Видали, как я ловко ногой это сделал? Настоящему рыбаку. Рональдо отдыхает. И двух рук не надо. Ладно, покажем вам сегодня, что половим. Да? Ну, нет, это-то не там. Нет. У нас так обычно, да? Да, кулинарный поединок. Давайте поехали. А ничего сегодня? Твои мочки промазал. Полукриминальное, полуэто. Мелочи кидал, а? 5 лет. Сечка. Стоит клево. Так я периодически снимать надо, все равно, чтобы не сгорело. Какой вот у нас процесс. Что это, блин? И у меня такая... Крупняк пошел. А, смотри. Пускай, да. Ёпкарный жрёт, блин. Ладно, мы за гуманную рыбалку. Мужики, вода упадает? Падает, да, куточку. Вроде как-то не постояла даже нифига, куточку, да? Потому что выгон. Куточку. А, чуть больше мормышки. Клюет, но клюет вот такая вот шелупонь. Отпускаем. Одна рыбина на 5 маленьких попадается. Ничего, будет больше. А время у нас 8:40. Вода, по крайней мере, встала. Уже не прибывает. Ты такая была мелкая. Mm-hmm. Как, Николаевич, ощущение от рыбалки? От рыбалки, вот для рыбалки, да, вообще хорошо. Нифига себе, у меня удочка упала. Идем к конкурентам сходим. Хера еще. Вы специально с музыкой, да, чтобы... А что там за марлин лежит? Или приманиваем к вам, блин. О, у вас даже рябча есть. Саня рыболов поймал. Mm-hmm. Ладно, вас с музыкой, вас не интересно. Вот столько народу. Там получается выход с ягодки, все туда едут и едут. Но все почему-то едут правее. Основная толпа туда, вот там дальше еще. Ладно, ловим дальше. Мяско решили порвать. Да, это не окунь, конечно, не так клюет. Андрюхи есть? Должно пойти. У нас тут бомбашка отрубила, блядь. Вот они уехали. Сайка побежала, я баком. Я хорошо выгляжу? Да. Как всегда. Народу много в ту сторону сейчас. И в ту очень много народа. В горизонте. Короче, такие дела. Пойдемте вам снегоход со стороны покажу. Сейчас катались на нем тут все. Вещь, конечно, классная. Что, Леха, если смотришь, тебе привет. Все. Пока. Классно устраивает.
На море есть слуз совсем небольшой. То есть вот так это-то чисто уж мы натоптали. А так где-то местами такое сырое, но для снегохода вообще никаких проблем нет. Ездил туда. Так что, кто будет, какое желание. Так здесь слуза нету абсолютно для любой техники. Так, время у нас 11:19. Маленько тут затишье решили пообедать. Все, собрали палатку. Русская механика. Выезжаем домой. Так что конец рыбалки.